Как мы знаем, торговый центр «Гулливер» является техническим партнером Евровидения 2017. Сегодня я приехал в этот торговый центр, потому что здесь пройдет автограф-сессия с Таяной. Напомню, Таяна – это участница украинского отбора в этом году. Она заняла второе место и, к сожалению, уступила победу группе «Оторваль», которые представят Украину в этом году. Пойдемте! Я могу как-то так танцевать, я не знаю, что. На самом деле сейчас намного интереснее этот концертной жизни и вообще. Потому что раньше ты все-таки не принадлежал себе, ты делал, ты творил, но для кого-то. Сейчас я творю для себя и делаю то, что мне нравится. У меня есть прекрасная команда Лана Бадоева, которая меня поддерживает, и его лице. Тоже колоссальная поддержка, и мы верим в одно, и идем к этому светлому будущему месту. Отлично. Зачем же так меня поднимать? Следующий вопрос, как раз вот ты так упомянула про Алана Бадоева. Следующий вопрос как раз касается того вашего сотрудничества такого небольшого или большого. Вот. 2016 год называют таким переломным вот, в твоей жизни, да? И это тесно связано с вашим знакомством с Аланом. Вот, насколько мне известно, первым результатом этого сотрудничества стал мини-альбом «Таяна. Портреты», да, вот, и вот даже вот так процитирую, Бадоеву понадобилось всего 6 месяцев, чтобы раскрыть истинное «Я» Тани, вот, и записать музыкальные истории, вошедшие в альбом. Это беспрецедентная история, на самом деле, потому что все песни, это правда или нет, вот сейчас подтвердишь, что на все песни были сняты уже видеоматериалы. Абсолютно верно. Мы когда с ним, вообще, как мы начали работать, мы встретились на студии с ним, когда я как раз приехала, чтобы спеть бэк-вокал для его артиста, и он так сел в очередной раз, послушав, как я пою, что мы знакомы с ним давно уже, и он так сел, говорит: «Таня, все, надоело мне это все слушать, смотреть, сколько можно петь для кого-то, хочу, чтобы ты пела одна, с таким голосом нельзя пропадать». И вот буквально вот с этой минуты, когда он сказал, мы начали работать. Так, нужна песня, покажи мне песню, у тебя есть, будем снимать видео. Вот, вот так вот легко, без всяких там переговоров и каких-то там полугодичных общений, мы начали работать буквально за неделю. Клипы отсняли на все 5 песен, которые были в EP, причем что 4 видеоклипа мы сняли за один день. На самом деле колоссальная работа для тех, кто не очень может разбираться, это очень огромный труд. Это был безумно интересный опыт, потому что 4 разных песни в один день, разные костюмы, естественно, разные внутренние состояния. Причем что на улице было очень холодно, меня еще посыпали снегом. С машины, которая делает снег, да, которая надувает. В общем, да, было холодно, причем, что все знают, да, какие у Алана идеи и фантазии. Он меня поместил еще на плот и отправил на середину озера. Я лежала на плоту, промокшая вся в ледяной воде, при том, что нужно было улыбаться и делать вид, что мне очень приятно, что очень тепло и классно. Потом мне нужно было еще встать на ноги на этом плоту, который колышется на воде. И ты думаешь не о том, чтобы улыбаться, и тебя сейчас снимать, думаешь о том, чтобы сейчас упасть в эту воду, потому что там еще куча всяких деревьев поломанных. В общем, было страшно, но очень интересно, потому что очень классная команда. И сам Алан, он умеет поддержать артиста, он умеет его зарядить позитивом и энергетикой. И ты уже не чувствуешь ни холода, вообще ничего, ты погружаешься в этот весь съемочный процесс и просто становишься частью его и открываешься как можешь. Потому что Алан на самом деле очень открытый и настоящий человек, который видит артиста вот из глубины. Он не смотрит на оболочку, он смотрит то, какой ты есть человек. И эти все песни, которые были написаны благодаря ему на самом деле, потому что он говорит: «Я знаю, что ты можешь, я знаю твою жизнь, я знаю, что у тебя внутри,
И я хочу, чтобы ты об этом всем рассказала. Потому альбом и называется EP-портрет, потому что каждая песня это является историей моей жизни, краткой историей и ситуацией, которые были в моей жизни, потому это все как бы такая автобиография. Аплодисменты, друзья. Еще один буквально вопрос от меня и дальше уже от вас. Вы уже готовы задавать вопрос? Да, да. Есть, так, хорошо. Последний вопрос, конечно же, он будет связан с Юрой. Естественно. Как же мы могли пройти стороной? Мы все прекрасно помним, что в финале Евровидения жюри отдало тебе первое место, первую строчку. И, наверное, это было неспроста. Хотелось бы очень узнать, как ты считаешь, есть ли какой-то универсальный секрет успеха на этом вот конкурсе, отборе и так далее, и что дало тебе участие вот в этом мероприятии в Евровидении, в нацотборе? Для меня, во-первых, это был опыт. Опыт очень интересный, и вообще потому что конкурсы, они энергозатратные очень. И, естественно, нервы, переживания, ты не спишь ночами, постоянно готовишься. И это было очень волнительно. И опыт состоял в том, что как раз заключался в том, что ты себя готовишь вот к такому, как сказать, очень напряженному графику. И также общение с разными людьми. И все-таки артисту сложно выступать, когда его оценивают. Ему проще выступать, когда он просто дарит свою музыку, когда оценивают, ты, естественно, переживаешь, волнуешься. И Евровидение, наверное, ну, первый вопрос, который вы задавали, есть ли какая-то там система успеха. Мне кажется, что все зависит от того, как лягут звезды. Если это твое время... Которое сидит будет... в жюри, как лягут звезды? Или... Нет, которое во вселенной. И, наверное, всему свое время. То есть, если ты готов, мир это видит, и он тебе позволяет. Если ты не готов, он тебя чуть придерживает, готовит. Потом тебе дает возможность в следующем году или там еще через 2 года. Аплодисменты, друзья! Теперь я знаю, что вы готовы задавать вопросы. Напоминаю, что за самый удачный вопрос это в первую очередь тебе даже напоминаю. Да. Я хочу напомнить всем и пригласить всех 10 июня. У меня будет первый сольный концерт в Билетаже. Всех очень жду, всех хочу видеть. Это будет очень... трепетом, потому что впервые я буду выступать на такой сцене и с сольным концертом. И сегодня мы разыгрываем 2 билета. И вам желаю удачи. Удачи, друзья. Так, поехали. Первый вопрос. Доброго вечора. Я дивився Євробачення, то ви дуже гарно виступили, все було чудово. Скажіть, будь ласка, ви плануєте на наступний рік приймати участь у відбірковому турі? Я поки що ще не вирішила. Подивимося, як взагалі буде проходити наступний рік, але сама поки що не планую. Можливо, через 2 роки, через 3. А на 2-й рік ще не готова. Следующий вопрос, Марас. Добрий вечір. Мене звати Черепко Роман. Я конструктор-модельєр. І мене дуже цікавить насамперед професійний досвід у пошиву одягу. Хто вам шив одяг? Хто його придумував? Це перше питання, а друге питання на майбутнє. Можливо для вас персонально шити одяг власного виробництва? Ви знаєте, ми завжди зацікавлені співробітництві з новими дизайнерами, тому можна звернутися ось до моїх помічних лінік, там, якщо вам цікаво, залишити їх номер, і потім бути з ними на зв'язку. А костюми всі, які були в кліпах чи на виступах, ми співпрацювали разом з видатними дизайнерами «Лові», які, до речі, працюють з багатьма українськими зірками, не тільки. Ось, це справді дуже цікавий досвід, тому що ти не приходиш до них з ідеями. Ти прийшов, вони тебе зчитують сканером, просто як в лікарні, знаєте. Рентгеном. І абсолютно вірно підбирають тобі той одяг, який тобі подобається, підходить. І десь, можливо, всередині ти його і бачиш у собі. Тому мені просто повезло з дизайнером і з командою Алана, тому що там
немає ніяких питань до всієї команди, тому що вони всі професіонали свого діла і дуже на високому рівні. Следующий вопрос. Переходим немножечко вот в эту сторону. Пожалуйста. Чи будете виступати цей на Євробаченні? І що для вас, що вас надихає співати? І що для вас це є сімейне щастя? Я вже казала про те, що надихає мене мій син. Це перше джерело натхнення. Про Євробачення ви питали, чи буду виступати на другий рік? На цей рік, а як я буду виступати, коли я не прийшла? Інтервала. Я буду виступати на Софійській площі 13 числа, приходьте. Там будемо разом з іншими. В чому успіх сімейного щастя? В чому успіх сімейного щастя? В любові, в щирості, в розумінні один одного і в увазі. Так, йдемо далі. Здравствуйте. Если бы у вас была бы такая возможность написать о себе книгу, о чем бы она была и как бы она называлась? У меня уже давно посещали меня такие идеи. Книга будет называться «33». И она будет о моей жизни. Наверное, с того времени, как я начала осознанно жить. И все, что помню с детства, начиная с детства, и вот до сегодняшнего дня. Почему 33? Потому что мне 33 года. И мне кажется, что это как раз еще и возраст Иисуса Христа. И у меня пришло такое внутреннее прозрение, что ли, метаморфоза, о которых мне хочется узнать. А еще тройка очень счастливое число. Почему бы и нет? Здравствуйте, это Яна. У меня есть такой вопрос. С кем бы вы хотели в будущем записать следующую песню? Отличный вопрос. У меня есть, знаете, такая тетрадка, куда я записываю все свои мечты, идеи и цели. И вот одна из них — это дуэт Сашина и написать песни для Рианы. Я понимаю, что это чуть-чуть бедовые такие мечты, наверное. Вселенная сидит и думает, вот ты там задумала. Но я верю в то, что все сбывается. Пусть это сбудется там лет через 20-30, может через 15 или 10. Мы будем уже старенькими, там, такими Риана будет старушкой такой. Я тоже. Но все-таки, мне кажется, что это сбудется. Я верю. И ну тут вот молодой человек идет в прямой эфир, может быть, он там Риана сейчас может, смотрит. Она увидит и забудет. Так, вот тут вот кто-то хотел задать вопрос, я видел. Добрый вечер. Хотя у меня два вопроса. Первое, вы участвовали в отборе, чтобы заявить о себе, или вас все-таки в той тетрадке есть Евровидение или нет? И второй вопрос. Данил там критиковал, что ваша песня похожа на маму. И, как известно, чтобы победить Евровидение, во-первых, надо прожить свою историю, которую сказали в песне, а второе – сделать что-то необычное. Ну, я думаю, все видели, что вы прожили песню. А готовы ли вы, когда в следующий раз будете в отбор, сделать что-то такое, что даже Данил не сможет ничего рассказать? Мы подумаем над этим. Задумываемся. Мне кажется, что все, что происходит в жизни, это опыт. Мы сейчас в этом отборочном набрались опыта. Мы посмотрели на обстановку, посмотрели, как это все происходит, послушали мнение жюри. И для того, чтобы попробовать себя в следующий раз, мы эти все мнения соберем, помозгуем над этим и будем уже думать над тем, чтобы пройти дальше и будем думать о победе. В этот раз это был шаг для того, чтобы набраться опыта. Какое самое необычное, самое хорошее воспоминание с вашей жизни? Самое необычное, самое хорошее, конечно же. Я думаю, что для каждой женщины самое первое, самое высокое воспоминание. Потому что как можно сравнивать рождение ребенка с какими-то другими вообще событиями в жизни? Это самое-самое сильное. Я даже уточню такой вопрос, да, действительно, я даже не спорю, представляю, что это самое важное. А если говорить вот о творческой части деятельности, есть какое-то событие, которое вот запомнилось больше всего? Начало работы с Аланом. Это вот именно если с творческой стороны, то именно оно, потому что я мечтала работать именно с таким продюсером, даже с ним. Потому что я его знаю уже очень много лет, и когда познакомлюсь, судя
по тем видеоработам, которые он снимает, которые он делает, ты понимаешь, что человек очень глубокий, очень творческий, и он сможет открыть и раскрыть артиста, он сможет ему помочь достичь того, чего он хочет. Потому это действительно было очень ярким событием в моей жизни. Отлично. У нас есть очень активный молодой человек, он еще хочет задать вопрос. У мене буде два питання. Чотири. Перше питання. Якщо вам запропонували бути суддею в якомусь вокальному шоу країни, ви згодилися приймати участь? Якщо так, то в якому шоу? І друге питання, як давно ви займаєтесь вокалом? Одразу відповім на перше, напевно, «Голос України» я погодилася бути суддею. Тому що мені дуже подобається цей проєкт, і там дійсно неймовірно талановиті приходять учасники. І друге питання, ще раз підкажи, будь ласка. Як давно ви займаєтесь вокалом? Я давно займаюся вокалом з 13 років. Професійно, з 13 років. Добре, ну так. Мені вже багато. Ти вже розкрила секрет. Когда был вопрос про книгу. Поехали дальше. Здравствуйте, Татьяна. Я хотела вас спросить, а вы когда-нибудь в будущем бы хотели петь рэп? Это первый вопрос. А второй вопрос, вы когда-нибудь задумывались о модельной карьере? Очень классный вопрос. Вы знаете, я уже задумываюсь над тем, чтобы петь рэп, но у меня не получается. Почему? С Бартошем еще не получилось. Я пробую, понимаете, же между нами, хоть что-нибудь там спеть. Но, к сожалению, рэп не получается, но я работаю над этим. Я включаю песни и диазали, там что-то попытаюсь повторять, но это нужно быть внутри афроамериканцев. Для того, чтобы так свободно читать и чувствовать ритм. И по поводу, вы знаете, у меня сегодня что-то с памятью не очень. По поводу модели. Модель. Какая с меня модель, девочка? Делаю видимо мне модель. 1.50 ростом. Почему нет? Спасибо огромное за такой вопрос, на самом деле скрытый комплимент. Но мне кажется, что карьера модели не будет. Я на своем месте люблю петь, и я на сцене. Это почти то же самое, просто модели не поют, они просто ходят. А мы еще и поем. Пока сейчас мы на этой стороне закончим, я вас вижу, подойдем. Какой ваш самый смешной момент из вашей жизни? О боже, вы знаете, у меня столько было смешных моментов, что если сейчас начну рассказывать, можно будет книгу начинать. Самое смешное вообще. Ой, в памяти. Давай за последний год попробуем. Может, за последний год какой-нибудь. Ну, у меня смешные постоянно происходят моменты, включаются аппаратура на сцене. Вот как не выйду на сцену, если какой-то сам вот ответственный момент, ответственное выступление, у меня могут либо микрофон выключиться, либо колонки поломаться, также с приходом на студию. И у меня уже сам режиссер и мои смеются, говорят, у тебя просто энергия не хочет сильно, не выдерживает аппаратуру. Но был интересный момент где-то на концерте, еще когда я была в группе «Горячий шоколад». У нас были такие костюмы, юбки внизу так застегивались на пуговичку, и они были длинные, и так за нами тащились сзади. Мы выступали где-то то ли в Чечне, то ли в ДК, в таком заброшенном старом ДК, где были огромные щели на полу, дырки, и они были застелены таким фубриком легким. Вот. И, ну, то есть концерт проходил таким образом, что мы просто пытались себя спасти от падений. То есть мы не думали о том, как выглядим на сцене, как мы поем, мы думали только о том, чтобы не попасть в эти щели. И вот на этом концерте у меня поломался каблук, который зацепился за юбку, которая с меня слезла. В общем, в итоге получился такой акробатический номер. Да, дополнительное шоу, за которое они доплатили. А я осталась без каблука. Ну, это легко, то, что я сейчас вспомнила, не самое смешное, но она была смешной. Ну вот видите, я так добавлю, что очень важно, наверное, каждому артисту понимать вообще человеку, любому, что какой бы ситуация ни происходила, лучше воспринимать как смешную. Конечно, не нужно там, знаете, как некоторые, я смотрю на молодых артистов на конкурсе, что-то не получилось там, либо
костюм перевернулся, либо там микрофон выключился, и они с таким, с такой депрессией, да, с таким, знаете, с печалью, я называю это депрессивный листопад состояние. Вот они с такой печалью стоят на этой сцене и выходят. И хочется, ну, просто их пожалеть, что ли, не знаю, погладить по голове. На самом деле нужно как вообще в жизни, ко всем ситуациям, плохим и хорошим, относиться с улыбкой, потому что это помогает тебе легче пережить эту ситуацию, и ты понимаешь, что переживать в этой жизни можно только по поводу смерти, либо болезни, но не больше, потому что все остальное решается. Фотограф-сессия «Стоянная» закончилась, как, собственно, и сегодняшнее видео. Встретимся с вами завтра на моем канале Instant Studio. И большое спасибо, что досмотрели мое видео до конца. С вами был я, Вова Гура. Увидимся. Пока-пока.